Всем привет, дорогие друзья. В общем, только что приехал на объект по поводу работы. Там у человека поплавилась коробочка распределительная. И он открыл, а там вот такой вот клеммичек расплавленный. Это свет пропал в кухне. Розетки перестали работать. Ну, я как бы сильно не удивился, что она перестала работать. Вот так вот как-то бывает. Короче, перестал работать. На этом клеммике была посудомойка, микроволновка, электродуховка, стиральная машина и бойлер этот. Короче, так над ним издевались несчастным. Но он говорит, что включали максимум 2-3 даже прибора. Ну 3 это уже дофига. Ну такое вот чудо. На свет. Опа. Класс, да? И теперь я сейчас разбираюсь, что куда шло. В принципе, уже розетки понаходил, вот эти вот. Тут розетка у него за плитой или за посудомойкой я нашел с помощью удлинителя. Мы подключили. Потом за стиралкой нашел розетку. В ванной нашел розетку. И вот эту на бойлер розетку нашел с помощью удлинителя. То есть я брал, он включал в розетку то, что в ванной. Удлинитель, я поднимался туда прозвонкой на самом мультиметре, прозванивал и находил ту розетку с помощью удлинителя, ну и все остальные. То есть ничего там сложного нету. Ну мы решили, как сделать, что вот эти вот я клеммички подключил, это с пастой, вот эти вот все 4 розетки соединил. Сейчас мы тянем провод новый в щиток, да, на автомат. А уже вот эта вот старая проводка, вот я цепляю на нее вот эти освещения, там вытяжка и выключатель, ванна, туалет и кухня подключаю на старую проводку. А уже на этой будет, на этих клеммиках будет новая проводка. Ну как-то так, если бы не хочет ремонт тут менять, я ему предлагал, что можно, говорю, затянуть провод от щитка прямо туда, в розетку. Нет, это не надо мне тут. Тут ремонт, туда-сюда. Ну, в итоге решили так, что, как я вам объяснил. То есть эти 4 розетки. Вот это. Потом. Вот это вот. Потом вот здесь розетка где-то. Он мне говорил, где-то здесь, я не знаю. И одна там, за стиралкой. Ну и вот это вот еще, оно как-то соединено с этой нижней для вытяжки и освещения. Вот тут вот вытяжка. В принципе, все. А вы уже пишите свое мнение в комментариях, как бы вы сделали.